Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! С вами «Бизнес-завтрак» на радио «Медиаметрикс». Меня зовут Роман Дусенко. Я с огромным удовольствием приветствую всех, кто слушает «Бизнес-завтрак» для того, чтобы сделать свой бизнес эффективным, для того, чтобы лучше и качественнее управлять своими результатами. Потому что именно Александр, который сегодня находится в нашей студии, Александр Козлов, директор департамента проектного управления компании «Аэроэкспресс», намекнул мне, что эффективность и результативность – разные вещи. Александр, доброе утро. Доброе утро, коллеги. Очень приятно попасть к вам на завтрак. Надеюсь, наша беседа будет интересна для наших уважаемых слушателей. Безусловно, потому что на самом деле я бы хотел, во-первых, сказать большое спасибо компании «Аэроэкспресс». Ведь если мы правильно все понимаем, это такие же предприниматели, как сотни тысяч других предпринимателей в нашей стране, которые взяли на себя риск, смелость, используя инфраструктуру имеющихся компаний, и создали прекрасный сервис, которого раньше не было. Это вы же, ну, мы очень часто как бы путешествуем везде, где-либо, да, и я уверен, что вы так же, как и я, выходя в аэропорту европейского города, не задумывайтесь, садитесь в такси. То есть вы не думаете, что вас кто-то обманет, потому что там это принято, да? И до какого-то момента в наших аэропортах тоже не было такси. А потом, вдруг, в один прекрасный момент, Яндекс встал во всех аэропортах. Огромная площадка, ты выходишь, садишься и едешь. Все, это навсегда, это на всю жизнь. То есть так же, как я очень хотел бы верить, и я желаю компании «Аэроэкспресс», чтобы это было навсегда, и только еще больше и лучше разных сервисов. Откуда вообще пришла идея создать «Аэроэкспресс»? Вот у вас в компании есть какая-нибудь легенда? Ну, собрались опытные люди, решили, что нужно сделать удобный сервис для пассажиров, решили попробовать, попробовали. Раньше запустили. Это было ужасно, я вспоминаю вот эти годы. Во-первых, это был сначала аэровокзал, помните, между метро аэропорт и Домодедово, и Динамо. Потом в Москве начали пробки, доехать стало невозможно. Потом электрички, обычные электрички. А до Шереметьево вообще никогда нельзя было доехать на электричке. Да, была проблема. Вот. И сначала доезжали до Лобни, от Лобни ездили на автобусах, да, потом маршрутки. Построили железнодорожную ветку, построили терминалы железнодорожные. Вот когда мы говорим про «Аэроэкспресс», это ведь не только удобный способ добраться, может быть, не все это знают, это и новые поезда, ну, как бы новые поезда тоже все видели. «Аэроэкспресс» – это еще и целый ряд связанных бизнесов, это терминалы в аэропортах, у нас терминал в Шереметьево свой, огромный терминал, вы когда приезжаете… Вот я никогда бы в жизни не подумал, что терминал «Аэроэкспресса» – это терминал именно «Аэроэкспресса». Это терминал. Я всегда думал, что это Шереметьево. Мне кажется, вот, ну, я, конечно, могу только рекомендовать, но человек, который занимается так или иначе продвижением разных, об этом надо больше говорить, рассказывать, что это наш терминал, что это наши поезда. Кстати, вот эти поезда, которые, как вы мне сказали, ездят в Шереметьево, это же российского производства. Да, это поезда российские. Гордость ими можно гордиться. Но это поезда особые, это поезда специальные, это поезда специально сделаны под «Аэроэкспресс». Они похожи на самолет. Да, это поезда так называемой серии «Аэро», они похожи на самолет, у них внешняя такая гладкая обшивка, у них внутри авиационный интерьер. Очень комфортно, да, комфортное. Да. Самолет, кресло как самолет, да. Кресло, внутри, значит, мягкое покрытие, внутри, значит, опять же, очень удобно, чисто. Я как человек, который очень часто летаю, для меня вот расписание «Аэроэкспресс», оно у меня в голове. То есть я точно знаю, что, например, там до Шереметьево идет 35 минут, до Домодедово 47 минут. И я понимаю, что ровно в 00 и в 30 минут поезда отходят. И я всегда свою жизнь уже там, ну, ты понимаешь, как это спланировано. Да, ну это так называемый тактовый интервал, когда, значит, наше время отправления, причем в 0:30 это и из вокзала, и оно выходит, да, одновременно. А сколько вообще поездов у вас вообще всего? Ну, мы говорим о вот поездах ЭД, их 7 штук, и мы говорим о поездах Штадлер, новых поездах, швейцарских поездах, мы их вот, наверное, представляли, ну, наверное, имеет смысл. Очень интересно, пару слов, если можно сказать. Да, это поезда, значит, разработаны специально под «Аэроэкспресс». Под вашу компанию? Да, под нашу компанию, швейцарские поезда, это поезда вообще уникальные, их, в общем-то, нет, ну, понятно, в России их не было до этого, на самом деле и в Европе такого качества поездов нету. Значит, они очень вместительные, они очень комфортные. Двухэтажные. Да, двухэтажные. Ну, я такую маленькую деталь скажу. Там есть система воздухоочищения, там обеззараживание. То есть человек приходит и чувствует совсем другую атмосферу. Там удобные кресла. Пишите об этом на билетах. Можно... Дышите свежим воздухом путешествие, начиная с «Аэроэкспресса». Видите, я вот уже слоган придумал. Хорошо, да. Ну, конечно. Я думаю, наши медийщики это все слушают. У нас на самом деле есть очень много других преимуществ. Ведь «Аэроэкспресс» это точно в срок, точно вовремя, гарантированно. 100%. Да, ведь не все знают, что, ну, понятно, можно доехать на такси, но если вы на такси вдруг попали в пробку, ну, попали в пробку. Это ваш риск. Да. А в «Аэроэкспрессе», если по каким-то причинам, ну, скажем там, может быть, независимым от… Колесо сдулось. Ну, допустим, какая-то авария на железнодороге, там упало там дерево, что бывает крайне редко, но вам восстанавливают, возвращают
превращают всю стоимость не только билета на AirExpress, но и стоимость авиационного билета. Это фантастика, на самом деле, об этом никто не знает. Я, по крайней мере, вот сколько есть AirExpress, я столько лет ими пользуюсь. Ну, возможно, вы ни разу не опаздывали. К счастью. К счастью, ни разу не опаздывали из AirExpress на поезд, поэтому вам и такого не пришло. Ну, вот эта гарантия, это на самом деле дорогого стоит. Отлично. То есть, мы с вами, смотрите, вот как профессиональный менеджер нарисовали классную такую картину, где все прекрасно, и я уверен, что и корпоративная культура интересная в самом AirExpress. Ведь если компания достигает таких результатов, невозможно, чтобы там внутри людям было некомфортно, неинтересно работать. Дух экспресса, да. Дух экспресса, то есть, да. Все очень быстро. Чувствуется динамичность, да, компании? Да, чувствуется, конечно, чувствуется. И вот вы возглавляете, вы директор проектного департамента. Я, как человек, имеющий огромный опыт управленческий, понимаю, что департамент создается и выделяются отдельные люди только тогда, когда ты уже сам не можешь управлять таким огромным количеством проектов, которые идут, и нужна системность. Именно с этого все началось. Как вы оказались в компании? Да, начинал так. Я оказался в компании уже давно, уже 7-й год пошел. Вот, и оказался как раз вот на сломе парадигмы, когда проектов стало очень много. Ну, вот я рассказывал, проект депо, проекты во Владивостоке мы открывались. Во Владивостоке? Конечно. Вы тоже вы работаете? А в каких городах вы еще работаете? Мы работали раньше во Владивостоке, мы работали раньше в Сочи. Почему раньше? Ну, потому что несколько изменились условия, исходные данные для бизнеса. Дело в том, что раньше мы ездили по так называемым, ну, по нерегулируемым тарифам, но мы имели определенные скидки за пользование инфраструктурой. Сейчас, когда эти скидки сняли… Убрали, то есть, да, экономическая целесообразность снижается. Когда снизилась вот это вот, как бы, когда увеличили затраты, а все-таки, ну, надо понимать, что Владивосток – это не Москва, там пассажиропоток существенно меньше. Ниже, да, но там очень далеко аэропорт расположен, до него надо добираться. Вы там проложили ветку туда? Ну, там нет, там была ветка, но, значит, получилось так, что по этой ветке сейчас пустили обыкновенные поезда. Понятно, да, ну, по ценам резко. По ценам резко это упало, да, но, в общем-то, надо сказать, наверное, откровенно, что и по качеству услуги тоже немножко… Понятно. А поезда остались там, или вы их перегнали сюда, обратно в Москву? Нет, поезда там были наши, мы их перегнали в Москву, там свои поезда, просто, ну, разбрендировали поезда, которые супер. Там были. Супер, очень интересно. Я, кстати, вот даже не знал, что это Владивосток и Сочи. Интересно. Это было Казань. На самом деле, ведь вот мы говорили про компетенции наши, это, значит, компетенция в перевозках, это и компетенции в услугах депо, которые мы, по сути дела, первые в России создали депо, которое обслуживает собственный подвижной состав. Это и компетенции в плане того, что, ну, условно говоря, нас бросить в чистое поле, мы в любом городе можем построить AirExpress. Организовать AirExpress. Также, на самом деле, было и в Казани, когда, значит, вот возник вопрос о том, что там ветка была построена, кто поедет, по сути дела, AirExpress. А вы сейчас ездите там? Нет, ну, я говорю, ситуация изменилась. Да, ну, то есть, в принципе, вы могли бы по всей стране взять все, ну, при возможности. Я знаю, что в Ростове огромный аэропорт открыли за 50 километров от города, вот добраться невозможно. На машине. Ну, на самом деле, когда мы говорим про наши возможности, мы понимаем, что ситуация меняется, очень сильно меняется, и мы тоже вынуждены меняться в связи с этой ситуацией. И, ну, это не совсем, может быть, тема нашей беседы, но я хочу сказать, что мы рассматриваем и другие варианты организации сервиса для наших пассажиров. Может быть, не только железнодорожные, но и какие-то… Я, кстати, видел недавно из Химок или еще откуда-то автобус плюс AirExpress. Это, может быть, уже ваши какие-то вот попытки, ну, первые комбинировать транспорты различные? Это не совсем наши попытки, это как бы, ну, коллеги комбинируют. Дело в том, что на самом деле проекты очень тяжелые. Нужно провести определенную модернизацию улично-дорожной сети, сделать так, чтобы автобус добирался быстро. Причем нужно очень четко разделить пассажиров аэропортовых от, ну, скажем так, пассажиров, которые, может быть, хотели пользоваться этим, ну, участком для своих нужд. Да, понятно. Вот. У нас сейчас, ну, не знаю, может быть, тоже как бы еще рано об этом говорить. Но, в общем, готовится ряд проектов по России, которые, значит, которые будут… Желаю вам всяческих успехов и уверен, что с вашим проектным проектом, о котором мы сейчас более детально спасибо. Погрузимся, это получится. А вот то, что вы сказали, на мой взгляд, дает AirExpress, ну, прямо, знаете, такие эмблемы на свое знамя, что об этом надо говорить. Мы просто об этом ничего не знаем. Окей, итак, давайте поговорим о концепции. Вот все-таки с чего начинается система, корпоративная система управления проектами? Система, корпоративная система управления проектами – это чрезвычайно сложная штуковина, но мы ее упростили, в принципе, до трех компонентов. Это нормативная база, это информационная система и это люди
и структуры, которые эти процессы выполняют, живут по этим нормативам. Сколько лет занял проект от принятия решения до момента, что вот нормативная база готова для внедрения в эту систему? Я бы сказал, что этот проект начался в конце 2013 года, и до сих пор он продолжается. Как сказали Toyota, мы, говорит, начали свою систему непрерывных улучшений 60 лет назад, и им задали вопрос, а сколько вы еще будете делать, пока существует Toyota. Да. Понятно, что если система перестает развиваться, то она… Стагнирует. Она просто умирает, просто она никому не нужна. И тут еще вопрос, вот в чем заключается. Когда мы начинали внедрять свою систему, мы, конечно же, сделали все по правилам, мы разработали структуру, мы разработали календарный план, но потом выяснилось, что IT-систему сделать гораздо проще, чем внедрить вот эти вот мысли, эти концепции, эти понимания системного управления проектами в поведение людей. Я на секунду хочу отвлечься. Я часто работаю с разными компаниями. И даже такая простая вещь, как заведение определенной первичной информации в IT-систему, для того, чтобы система начала что-то анализировать, что-то видеть, вызывает огромные сложности. Люди забывают, люди не хотят. И тогда система, какой бы она миллионов бы ни стоила, она физически бесполезна, если человек не начнет с ней работать. Начнет вводить данные. Как вы смогли вовлечение человека к работе с системой? Были какие-то определенные программы, как там, что делалось вот на уровне людей? На уровне людей мы рассказывали, показывали, объясняли, как работает система. Потом... Сколько времени заняла эта трансформация человеческого сознания, чтобы работать в системе? Трансформация продолжается. Почему? Потому что постоянно к системе подключаются новые люди, подключаются новые организации. Каждый раз приходится этот путь проходить заново. Но в целом, сколько занимает форматирование одного человека, чтобы от не работая к системе к началу работы? Вы знаете, я для себя сформулировал такое правило, такое, может быть, очень условное, что скорость звука при внедрении информационной системы управления, корпоративной системы управления проектами равна примерно 5-7 метров в год. Вот, соответственно, как бы если человек находится в твоем ближайшем окружении, там 5-7 метров, то примерно за год. Если он чуть дальше, там метров 14-15 тебя в офисе сидит, то это примерно 1,5-2 года. Это, конечно, так весело. Она, вы не поверите, она проста. Знаете почему? Я очень часто сталкиваюсь с руководителями, которые, во-первых, говорят: слушай, приди внедри нам. Я говорю: нет, вы лидер, вы внедряете. Второе: ну хорошо, там 3 месяца, там 4 месяца, чтобы все заработало. Я говорю: такого тоже не бывает. Чтобы что-то началось изменение, хотя бы минимум год надо работать с человеком для того, чтобы его изменения прошли. Прекрасно. Итак, тут, простите, я вот тоже небольшой парадокс, на который обратили внимание, что на самом деле, когда руководитель вам говорит: измени, приди, внедри, я бы спросил: а ты-то на самом деле меняться-то готов? Ты меняться уже хочешь? Ты меняться созрел? Созрел, да. Да. И второй вопрос: а что ты готов отдать, что ты готов заплатить за возможность того, что у тебя будет система? Если ты хочешь кого-то нанять, волшебного специалиста, который тебе все внедрит, а сам при этом отойти в сторону. Или еще и посмотреть на это так искоса. Да, оно получится, делает, да. Ничего не получится. Должен ничего быть сам лидером этих изменений и должен сам измениться и показать пример. Александр, а были ли такие руководители, которые вот так относились, и в результате компания рассталась с ними из-за того, что не было вовлеченности руководителя? Ну, на самом деле, мне повезло, наверное, и я пришел в компанию, где люди были заинтересованы в таком внедрении. Да, конечно, были трудности, но через тернии мы пробирались совместно к тем решениям, которые… Итак, система работает только тогда, когда она получает необходимую информацию, когда процессы реально отображаются в системе. Да. Вот с какими наибольшими сложностями столкнулись, чтобы процессы оказались в системе? На самом деле, да, это очень большая сложность – перевести процессы в систему. Мы начали с внедрения системы календарного планирования. Это диаграмма Ганта, да, что-то в этом роде? Это диаграмма Ганта, да. Но дальше диаграмма Ганта построена один раз, и красивая картинка, ее распечатывают, иногда вешают на стенку. Вешают на стенку, теперь нужно сделать так, чтобы она актуализировалась регулярно. Ну, черточки можно красные там проводить фломастером, сегодня наступила эта дата. Да, но жизнь-то как бы идет, какие-то работы выполнены, какие-то не выполнены. Ну, можно стикеры красные, заглядываем в скрам-доску, такие вот приклеили, пошло туда, пошло сюда. Ой, здесь не работает, давайте обсудим.
Не получается, не получается. Почему? Потому что в проекте участвует много специалистов, и вот что-то не получилось в одном месте, это влияет на многих людей. То есть система взаимосвязана, как живой организм. Система, ну, сетевая модель, ну, классическая сетевая модель. А можно два слова, чтобы наши слушатели понимали, что такое сетевая модель процессов? Сетевая модель процессов, ну, это работы, которые связаны взаимосвязями. Это как последовательно такая, да? Да, это именно нет, это сеть. Сеть. Да, сеть работ. И получается, допустим, выкопали котлован, потом, значит, сделали, условно говоря, опалубку, потом эту опалубку залили бетоном. И у вас сетевая модель представляет такие три колбаски или, там, или три кружочка. Угу. Вырыть котлован, сделать фундамент, залить, подождать, пока все это засохнет. Начать строить. Да, ну там какие-то другие то есть, работы. Если мы вот на компанию посмотрим, не как мы привычно смотрим, организационная структура, люди, а попробуем посмотреть на виде процессов и результатов, то мы увидим, что все очень сильно взаимосвязано. Да, и вот сетевая структура на самом деле это аналог процессов в организации. Только если в организации процессы циклически повторяются, угу. то сетевая модель имеет внизу ось времени, угу. и ты просто не можешь вернуться назад. Вот одна из проблем проектного управления, что не может быть ностальгии. То, что было вчера, оно ну, либо вчера, либо уже никогда не вернется к вчера. И это вот тоже одна из проблем внедрения проектного управления. Руководители ведь привыкли управлять на основе статуса отчетов. Мне кажется, это вот важно. Я прямо сейчас загляну в свой маленький конспект, где мы хотели это под номером 3 сделать, но она прямо сейчас просится. Вот расскажите, пожалуйста, что такое управлять прошлым? Вместо, и как на основе перейти, прошлого. Да, на основе прошлого. И как перейти к управлению на основе будущего? Все определяется… То есть человек выбирает для управления наиболее удобный, наиболее эффективный и результативный для себя механизм. Угу. Если у тебя бизнес, который постоянно возобновляется примерно в неизменных параметрах… То есть цикличен. Цикличен, да. И ты на самом деле заинтересован-то в том, чтобы эта цикличность оставалась примерно в тех же параметрах, ну, чтобы… Ну, конечно, ты хочешь, чтобы он там развивался, рос, но это как бы уже вопросы изменений. Но, допустим, зафиксировал некоторый объем выпуска и хочешь, чтобы весь этот объем вышел на рынок. Угу. Соответственно, как бы ты посчитал свои затраты, посчитал прибыль, и вот для тебя это, скажем, целевой показатель. Вот. Когда ты начинаешь вот таким образом делать, для тебя на самом деле не важно, что ты сегодня не продал, там, скажем, 10 каких-то там единиц продукции. Ты можешь завтра продать 12 или 13. Угу. Ну, условно говоря, постараться, напрячься. И по месяцу у тебя все равно будет вот как бы твой план продаж вроде бы выполнен. Если как бы ты правильно спланировал продукт, правильно спланировал рынок, то с очень большой долей вероятности ты план выполнишь. И имея отчеты за как бы, прошлые продажи, ты примерно представляешь, что завтра будет примерно так же. В проекте так жить нельзя. Ух ты. В проекте, если все вчера было хорошо, это не значит, что завтра будет так же прекрасно, потому что те планы, которые ты составлял месяц назад, к сегодняшнему, они уже могут кардинально поменяться. Что изменилось внешнее или внутреннее среда? Изменилось внешнее окружение, да, допустим, какие-то дополнительные работы появились, ну так чисто банально. Условно говоря, ты не думал, что нужно какое-то согласование делать, а оно вот вдруг возникло, как бы какие-то замечания по работе пошли, тебе нужно это все устранять. Угу. Скажем, это могут даже не замечания, а ну, не знаю, ты, допустим, делаешь ремонт и понимаешь, что какая-то стенка, которую ты считал как бы хорошей, она таковой на самом кривая, деле, да, ты не, такой не является, тебе приходится дополнительные затраты прилагать для того, чтобы привести эту как итак, бы… Итак, вот возьмем обычную стандартную компанию, понедельник, сегодня что у нас, среда, допустим, среда, вот там 22 минуты назад началось совещание, я перед собой, как всегда, держу лист статусов. Что было, какая была задача поставлена, что на сегодняшний момент, какой результат я должен был ожидать, и я спрашиваю, сделано, не сделано. Это модель управления прошлым. Да, это, по сути дела, модель управления прошлым. А если бы сейчас вывели это совещание, управляя моделью будущего, как бы оно выглядело? Что ты будешь делать завтра, какие результаты получишь на следующей неделе? Ага. Какие результаты ты запланировал к получению на следующей неделе? Все, я понял, кардинальная вещь, потому что я всегда, вот, когда ты приходишь, ты все время рассказываешь, что сделано, почему не получилось. 90% случаев. А вот это на самом деле тоже определенный, скажем так, управленческая фишка. Для того, чтобы тебя не стали распекать за будущее, ты очень долго можешь говорить о том, о прошлом. О прошлом, да. Какой ты был молодец вчера. И вроде бы как руководитель управления создается впечатление, что все хорошо. Итак, еще раз, вот мне кажется, это принципиально важный момент, потому что в 99% компаний в системе управления находится
менеджмент получает информацию о том, что было сделано или о том, что было не сделано, и пытается человек, который не сделал, найти причины в том, что он это не сделал. Объяснить. В том, что это не сделано. Кардинальное изменение парадигмы. Мы говорим, чтобы выполнить поставленную задачу, что ты будешь делать. Да. И какие тебе нужны взаимодействия от окружающих. Да, и, соответственно, как бы, ну, конечно, и какую-то часть можно, например, рассказать, что было сделано, может быть, очень кратко. Ну, проблемы могут возникать, допустим, такую работу мы не сделали, вот как бы, ну, можно, конечно, сказать, и почему. И получается, совещание должно превращаться не в разговор о том, что было сделано, а в некое прогнозирование будущего, выделение проблем, которые совершились, которые можно привести в другом совещании, да, и в понимании, насколько мы интенсивно движемся. И в нахождении способов оптимизации будущего движения. Я бы очень хотел. Вот правильно я понимаю, что в компании AeroExpress именно так происходит управление? Мы к этому постоянно стремимся, потому что вопрос… Приглашайте, с удовольствием хотел бы посидеть на таком совещании, мы даже сделаем, может быть, маленькое кино о том, как можно управлять через будущее. Через план. На самом деле машины времени не придумали, но это мы понятно, можем да. будущее прогнозировать на основе тех планов, вот так, с которых, я говорил, мы прекрасно, начали внедрение супер, проектного очень управления. Интересно. Отлично. Теперь получается первым результатом, который принесла корпоративная система управления проектами, это управление через планирование будущего. Что еще? Какие вот изменения произошли в компании после внедрения создания этой дирекции управления проектами? Ну, на самом деле, говоря о том, что мы уже полностью управляем вот на основе календарных планов, тоже, наверное, сказать, ну, но мы к этому уже там, все да, равно. Мы стремимся туда, но мы опять же на пути к этому столкнулись с целым рядом таких, скажем, ну, практических вопросов. Каких? Допустим, если вот читаешь теорию управления проектами, ну, все PMI book там и все остальное. Book, да. Я, допустим, много раз читал матрицу ответственности. Угу. Ну, механизм, на самом деле, удобный. Где должности, действия и внутри на пересечении их. Да, там. И на внутри на пересечении их роли. За угу. что ты отвечаешь. И суммой там или рисков, взятых на себя. Там, ну, или это как бы риски, это вообще отдельная тема, да. Вот. Но когда сталкиваешься с жизнью, у тебя получается, что как бы не 3-4 блока работ, а несколько десятков блоков работ, что не 3-4 как бы ключевых исполнителя, а их, там, скажем, десяток. Я и прошу вот прощения, я знаю. Это матрица, да. Это вот вы затронули невероятно важную вещь. Опять же, возвращаясь к реальному бизнесу. Delegation Matrix, прям как документ такой правильный, или называется книга управления, да, в компаниях, она бумажная. И когда ты нарисовал все эти матрицы, любое изменение на любой странице, оно автоматически делает невозможным. То есть это опять же все IT-система, и эта вся матрица должна быть живая, получается, любая распечатка в момент ее убивает. Ну, как бы любая распечатка, она актуальна на момент распечатки. Да, как может только проходит какое-то, скажем, внешнее событие, у тебя меняется структура работы, у тебя кто-то выбывает, кто-то новый появляется. Могут меняться, ну, как бы степень влияния людей на ситуацию. Поэтому, естественно, мы постоянно эту матрицу. А вот задам вопрос: а система должностных инструкций, система положения подразделения, где функционал прописан, оно же тоже должно быть там в IT зашито? Да, да. Ну, тут, опять же, это вопрос, наверное, будущего, но я это называю живыми регламентами. Угу. То есть, у нас в системе сейчас заложена возможность формирования регламентов и должностных инструкций через так называемые вики-страницы. А вики-страницы позволяют каждому ну, пользователю системы самому вносить свои комментарии и дописывать свою собственную деятельность. Описывать свою собственную деятельность. Эти ремарки, эти комментарии попадают к администратору системы, администратор системы смотрит, лучшее принимает, худшее оставляет. И таким образом получается, вот мы с вами начали с трех элементов корпоративной системы. Там еще хотел бы сказать, что все они должны быть взаимосвязаны. И получается, что человек описывает реальные действия в конкретной системе, а уже должностные инструкции выгружаются из системы как отчеты вот с этих вики-страниц. Класс. Ну, вот это вот такая вот… Я всегда пытаюсь сразу заглянуть на сторону человека. В одной из компаний логистических, в которой я сейчас работаю, мы после того, как поняли, что нам нужна инициатива от людей, мы попросили людей предлагать идеи. Любые идеи, которые ты хочешь на рабочем месте, вот для того, чтобы изменить, там, начиная от того, как ты вводишь элементарно данные, как ты ходишь, где ты кушаешь, все, любую идею предложи, и сначала всплеск, потом несколько затухание. А вот вы говорите о том, что вы даже должностные инструкции в вики-страницы заложили. Вопрос. Мы пытаемся это сейчас. Я говорю, понимаю. Это как бы та идея, которой мы… Скажите, какой водой из кулера вы поете своих сотрудников, что они готовы сами что-то делать? Как вы пробуждаете в них вот эту инициативу? Это вопрос следующий, вопрос проектной мотивации.
Вот это как бы наш следующий шаг нашего титанического развития. Мы пытаемся вот под эту систему подводить проектную мотивацию. То есть, условно говоря, сделал хорошее предложение, тебе сказали спасибо, и может быть еще какой-то… Как минимум спасибо, да? Похлопали по плечу, дали какой-то стикер, вот ты пригласил, и вот если у тебя весь монитор в этих стикерах, ты чувствуешь себя там человеком. Это система, как сказать, финансовой и нефинансовой мотивации, поощрения, это тоже очень важно. Вы руководитель с большим опытом. Вот есть какой-то ваш внутренний секрет мотивации людей? Ну, как минимум сказать спасибо. Это дорого бывает стоит. Когда ты видишь, что твое усилие проявляется, что оно находит отражение в жизни компании. Сейчас, допустим, вот мы ввели такой документ, как реестр наработок. Этот реестр наработок разместили на нашем корпоративном сайте, на нашем сайте. И человек, написав эту наработку, видит то, что это как бы видят окружающие. Ну, пока мы не пишем фамилии, не знаю, может быть, мы к этому придём. Надо писать, конечно. Может быть, мы к этому придём. Всё-таки тут тоже вопрос такой, что человек работает в компании, вроде как это наработки компании, но, по крайней мере, он знает, что вот эту страницу написал он. Прекрасно. И мне кажется, это, в общем-то, тоже такое… Я всегда говорю, что… Вот сейчас я задам вам вопрос такой. Руководитель, в какой бы компании ни был, он все время в дуализме находится. Он является и руководителем, соответственно, по отношению к своим подчиненным, и подчиненным по отношению к своему руководителю. Вы ощущаете на себе дружеское похлопывание своих боссов со словом «спасибо»? Ну, если бы этого не было, то, наверное, бы я до сих пор не работал в нашей замечательной компании. То есть, это вот тоже можно им туда сказать спасибо, что они правильно мотивируют людей. Конечно, мотивируют и поддерживают систему, и развивают, продолжают ее развивать. Отлично. Вернемся к нашей системе, корпоративной системе управления проектами. Ее core idea, вот центр, в сердце, как оно называется, что там вот в самом центре? Вот мы первое ответвление посмотрели, это про нормативная база, IT-система и процессы, а внутри, что является объединяющим всем? Ядро. Ну, тут какой вопрос такой вы интересный задали. Ну, наверное, вот у меня на моих презентациях внутри такой пазл внутри. То есть, вот оно должно все сойтись так, чтобы, как бы без швов очень гармонично синтегрироваться. Круто. Я вот для себя, у меня такая картинка в голове. Как вы знаете, бочка, стоящая за бичаек. Это что такое? Ну, вот бочка из таких вот кусочков. Да-да-да, как это называется? Ну, обечайки и обручи. Даже не знал. Вот эти палочки такие. Да, это обечайки, да, и обручи. Так вот, выясняется, что бочка будет иметь минимальный объем бочки, это величина нижней обечайки. То есть, если у тебя одна палочка низкая, то ты больше, чем эта палочка, не нальешь воды. Это да-да-да-да-да. Вот, если ты хочешь иметь большую бочку, ты должен гармонично развивать все, поднимать всю эту систему, и информационную систему, и процессы правильно выстраивать. Я понял, о чем вы мне говорите. То есть, если сегодня эта система стоит на трех ножках, вот как микрофон наш, например, да? Ну да. Вот ваш конкретно, то нельзя, например, там одну ножку сделать, она будет перекашиваться. Надо одновременно расти по всем ножкам. У тебя качество системы, да, будет определяться, по сути дела, нижней, самой низкоразвитой системы. Супер. Вы сказали, а я в динамике нашего интервью проскочил, я хочу вернуться. Вы сказали, что вот она, вот этот пазл внутри ядра, вот три исходящих луча, еще раз напомню, нормативка, IT-система и процесс, и между ними есть связи, без которых это не работает. Давайте чуть-чуть про эти связи поговорим. Ну, опять же, значит, мы назвали, допустим, нормативная система, информационная система. Может быть, чуть-чуть еще раз копнем туда, вот на уровень чуть ниже, что это такое, и связи между ними. На самом деле, в таком вот триедином или четырехедином виде систему рисуют в достаточно большом количестве литературы. Я тоже это много видел, и даже как бы мои, вот скажем, материалы иногда перепечатывают, не рисуя эти связи между блоками. А это значит потеря чего-то? Да, это существенная потеря. Условно говоря, связь между нормативной базой и информационной системой, она, опять же, дуальная, двоякая. С одной стороны, информационная система… Я имею в виду двусторонняя. Двусторонняя, да. С одной стороны, информационная система должна быть настроена на нормативную базу, тогда она будет ее поддерживать. Угу. А с другой стороны, нормативная база должна отражать реальные возможности информационной системы. Если, допустим, какое-то движение не могу сделать информационно, не могу, ограничиваю, тогда я должен перестроить свою нормативную систему так, чтобы у меня, она была в соответствии. Это связано с другой взаимосвязью. Индикаторы какие являются? Ну, это, например, о чем я говорю? Ты когда садишься в машину, у тебя загорелся бензобак, не работает, масло, там, температура. Что является дашбордом вот для этого? Ну, мы на самом деле дашборды по процессам пока не строим.
пока не строим. Но это как бы на уровне внутреннего понимания. Ощущения, да? Да, внутреннего ощущения. Я, может быть, про другую скажу, взаимосвязь. Взаимосвязь информационной системы с процессами. Угу. Это вот тоже такая интересная вещь. Она, опять же, двойная. Угу. Информационная система и должна… И как называется вот эта связь между ними? Ну, я назвал это интеграцией, условно говоря. Угу. То есть, процессы должны быть интегрированы с информационной системой. Что это значит? Что процессы должны поддерживаться информационной системой, и вне системы процессы не должны выполняться. Угу. Условно говоря, если мне нужно какой-то платеж провести, то этот платеж должен отражаться и в ВБС, и в календарном плане, и в бюджете, и только на основе вот всей этой конгломерации данных я должен иметь возможность формировать платеж, который оплатит, ну там может быть по каким-то там своим каналам бухгалтерии. Сделай вывод. Если процесс идет вне системы, тогда получается двойная модель. Помните, как светлая бухгалтерия, темная бухгалтерия. То есть тогда нельзя сказать, что система работает в компании. А вот при каком критическом переходе процента действующих процессов в IT, мы можем говорить о том, что вот эта вот IT-система начала работать. 70, 80, 90, 100, 120, не знаю там. Ну, если ты такой процесс замечаешь, это уже хорошо. Но я просто как бы исхожу из того, из как бы критерий, который Деминг установил. Он говорил так, что если… Деминг, да? Да, который, ну, цикл, да, Деминга, да, который да. цикл, угу. да. Он говорил так, что если менее 95% процессов неконтролируемы, то и система неуправляемая. Вот, я стремлюсь к показателю 95-97%. Сколько лет заняло это? Ну, если как бы рассматривать с рождения моего, то достаточно долго. Ну почему? Потому что понятно, что в компании AirExpress я 7-й год, до этого я еще занимался. А вот конкретно в компании AirExpress мы можем считать, что вы 7 лет назад пришли, вот этой системы не было, системного управления проектами? Ну, вот этой системы не было точно. А то когда, например, делали... когда зачатки, то есть рождение ее на свет, когда произошло? Вы знаете, вот, наверное, систему создают люди, угу. и вот те люди, которые приглашали меня для развития системы, они уже зачатки этой системы и заложили, да, да. заложили. Да. Но получается, давайте честно скажем, это не менее 5 лет, наверное, да, занимает такой процесс? Ну, наверное, от 3 лет, от я бы сказал. Лет. Да, то да, есть да. 3 года мы должны закладывать на то, что мы понимаем, что это вот сегодня приняли решение, например, поставили систему там, и начали работать, то интеграционный процесс заведения вот крупной компании где-то занимает от 3 лет, и мы можем через 3 года, оглянув назад, сказать, о, мы проделали большой путь уже, да? И большой путь у нас еще впереди. И большой путь еще и впереди. И огромный путь впереди, да. Но здесь я бы тоже, может быть, хотел вот перейти к тому аспекту, с которым который мы обсуждали, подготавливаясь к интервью, о том, что вот пройдя этот путь, мы на самом деле сформировали ту систему, которая теперь уже может тиражироваться на внешнем потребителей. То есть, на самом деле, просто подключившись к системе, наша система была построена по принципам открытости. Open source какой-то, да? Да, да, да. То есть, подключиться к системе и войти в те процессы, в те, значит, документы, в те подходы, которые были реализованы, и начать их у себя внедрять. То есть, я перефразирую, помимо перевозок железнодорожного транспорта и людей от одной станции к аэропортам и вашего создания вашего собственного депо, вы теперь еще готовы предложить IT-компетенции рынку? Ну, это на самом деле, я бы сказал больше, это управленческая компетенция по программно-целевому и проектно-ориентированному управлению. И как управлению. Это, как, вы настолько открыты, что готовы пустить свою систему? Ну, конечно. На самом деле, ведь доступ, опять же, ограничен средствами системы. То есть, понятно, что внешние участники не видят как бы наших проектов, наши специалисты не видят как бы чужие проекты. Какого уровня компания, там 100 человек, там 200, там 500 миллиарды, какими являются критериальные обороты, численность, объем процесса, чтобы попробовать вашу систему? Ну, на самом деле, тут все определяется нужностью и необходимостью. То есть, при каком количестве проектов, идущих в компании, тебе необходима уже IT-система? Ну, я бы, наверное, минимально так сказал, что, значит, вот мы для себя внутри посчитали такую как бы минимальную планку, это примерно 5-6 проектов и 10-15 участников проектной группы. Проектной группы, каждой? Нет, внутри. Вот, дело в том, что как бы, ну, на один проект может быть там администратор, руководитель. А, ну да, да. Да, да, ну да, там да. Как сформируется. Угу. Очень классно. Да. Если у вас есть один большой проект, в котором, скажем, там 20 человек уже работают, ну, соответственно, один проект 20 человек. Если у вас там есть пяток маленьких проектов, ну, вот, значит, 5 маленьких проектов. Но ведь на самом деле тут тоже вопрос такой, вопрос эффективности нашей темы. Я-то воспринимаю эффективность как отношение ценности результатов к затратам. Ага. Если ты понимаешь, что, значит, внедряя эту систему, ты получишь гораздо больше, чем ты затратишь,
вот, то, соответственно, вот, пожалуйста, твой критерий для подключения к этой системе. Можно я вернусь к нашей переписке, когда мы начали с вами обсуждать тему, и вы мне так очень аккуратно и так плавно несколько раз так намекали, что эффективность и результативность – разные вещи. И вот после этого я стал серьезно обращать внимание на этот вопрос. Вот расскажите свой подход буквально. Я, кстати, вас предупреждал, что время закончится очень быстро. Да, осталось уже 5 минут. А мы еще не успели с Новым годом народ поздравить. И сейчас успеем. Значит, мой подход следующий. Ну, это как бы не то, что мой подход, но мне кажется, что эффективность, в моем понимании, эффективность – это отношение ценности результатов к затратам. Угу. А результативность? А результативность – это отношение факта, полученного, к плану. Ага. Дело в том, что когда мы говорим факт-план, это такая, опять же, безразмерная величина. Я могу там, скажем, говорить, там, построить там 3 дома, построено 2 дома. Коэффициент там вот такой вот. Да. Когда мы говорим про эффективность, это тоже должен быть безразмерный коэффициент. Соответственно, нужно как бы переходить на одномерные величины, на величины денежные. То есть мы все приводим к деньгам. Ну, то есть ну, безразмерным величинам. Угу. Ну, тут надо приводить к безразмерным величинам. Если я вижу, что у меня эффективность больше единицы, ну тогда вперед и с песней. Угу. Если эффективность меньше единицы, ну тогда надо подумать, стоит ли этим заниматься, и, может быть, как-то чуть-чуть по-другому этим нужно Итак, заняться. Как я говорил, время пролетело бесконечно быстро. Я вижу ваш майндмэп. Много вопросов не рассмотренных, конечно. Да, это прекрасно. Давайте, по крайней мере, их обозначим. Вот накидаем вот важные вопросы, которые должны быть в компании. Просто обозначим. Чем темы? Роль руководителя высочайшая. Роль лидера, роль руководителя. Но эта роль лидера должна быть не только вот как, скажем, такая разрешительная, ну-ка внедрите у меня систему, но и вовлекающая и самотрансформирующаяся. То внутри есть, человека. Да, внутри. То есть он должен понимать, что он должен сам измениться, он должен перейти, вот как мы говорили, от управления на основе статуса отчетов к управлению на основе календарных планов. Первое. Что еще? Какие еще главные темы мы подсветим? Главные темы – это, я бы сказал, системный подход. Вот то, что я говорил, значит, информационная система, регламенты и понимание правильных процессов. Угу. Дальше. Следующее, что я бы, может быть, хотел подсветить, это все-таки новые подходы к внедрению проектного управления. Что это имеется в виду? Это вот то, что я пытался вам говорить, что перейти от внедрения как такового у себя, может быть, к использованию уже имеющихся, да, то есть подключению к внешним настроенным системам, ну вот как бы а-ля наших. Угу. И я, может быть, и вас приглашаю. И наших, я с удовольствием приеду к вам на экскурсию. Посмотреть как бы нашу систему. Ну, можно просто на наш сайт зайти, там как бы есть очень много презентаций. Там внизу страничка к СУП есть, можно на нее выйти, посмотреть, как бы как мы это все делаем. Ну и приезжайте к нам, у нас есть формат референс-визита, посмотреть, как у нас система работает и что, как вы можете нашу систему использовать для своих нужд. Ну, с учетом того, что система открыта и допускает внешнее подключение, по сути дела, plug and play, подключился и работает. Меня спрашивают, что нужно для того, чтобы подключиться? Желание. И доступ к интернету. И все. Итак. Подведем небольшой итог нашей очень короткой, но, на мой взгляд, очень насыщенной информационной ситуации. Я говорил о том, что нас смотрят по всей стране, и компания все-таки AeroExpress – это большая компания. Ну, даже судя по тому объемам инвестиций, которые я могу догадаться, это поезда, составы, депо, терминалы. Малый и средний бизнес в России – это все-таки чуть меньше масштабы. И мы говорим о том, что большинство людей, так или иначе, сегодня современные, они испытывают потребности в каких-то новых инструментах управления. И даже если у него там 100 человек компания, и там 20 проектов, или, может быть, 5 проектов, всего он ведет, а может быть, даже всего один проект, или он не понимает, что проекты идут, а им управляется, вот если начать с самого начала, с самого простого вот предпринимателя в России, вот давайте, допустим, 3 шага понимания системы проектного управления и необходимости ее внедрения в своей компании. Ну, я бы начал с того, что написал бы на листике все мои выполняемые проекты. Угу. Создал такой реестр. Просто проектов. Элементарно. Да, да. Не помнишь сам, позови руководителя, спроси, так, чем, на чем ну, вы занимаетесь? Ну, если ты не помнишь сам, значит, вряд ли это проект. Ну, наверное, то есть, как бы… Проект, все, да. Написали на листочке. Написали на листочке проекта. Потом описать каждый проект, что этот проект делает, какую ценность он нам приносит. Какую ценность? Угу. Он нам должен принести. Угу. И третье. Ну, может быть, расписать какую-то структуру этого проекта, из чего он как бы состоит, какие работы включает. Третье – люди, которые в этом проекте работают. Угу. Ну и затраты, которые с этим проектом могут быть связаны. И все это схлопнуть воедино и посмотреть целиковую картину. Да, посмотреть, как бы, что у тебя есть. Может быть, каких-то проектов придется отказаться. Может быть, увидеть, что
а чем-то мы не занимаемся почему-то. Вот, а надо бы. А надо бы заняться, исходя из как бы нашей стратегии или как бы внешнего окружения. Ну что, уважаемые коллеги, мы сегодня в наш последний эфир 2018 года с Александром проговорили, на мой взгляд, очень важную ключевую вещь. Может быть, даже это и хорошо, что я завершаю цикл этого года такой серьезной темой, как корпоративная система управления проектами. Да, это название, у меня был там здесь недавно спикер из Анатолий Скоромец, великолепный, интереснейший человек из «Газпромнефти», у них система управления операционной деятельностью. Я теперь завален этими терминами СУОП, КСУП и все остальное. Но на самом деле это фундаментальная вещь. Первое для себя я увидел открытие, прямо, которое ну, расширило мое сознание, это управление прошлым и управление будущим. Через понимание того, что надо сделать, чтобы прийти к этим, к будущему. Второе, я для себя понял, что система управления проектами – это взаимосвязь трех важных сторон. Нормативная база, IT-система, которые не существуют взаимо друг от друга, а именно интегрируют, дополняют друг друга. Да. И процессы. Вот правильные процессы. Я, хоть вы сказали, что ядром является пазл, я бы, наверное, ядром сказал люди. Может быть, там где-то должны быть появиться, потому что без них ничего это все не работает. И мотивация, и вовлечение, и вот это состояние радости и гордости за компанию, что это все делается. И, конечно, если мы еще пока далеки от какой-то интеграции проектов в компании в области IT, сделаем простое. Возьмите лист, ручку, и вот вам система управления проектами. Напишите, оцените, посмотрите, оцените, рассчитайте и начните ими управлять осознанно, чтобы достигать результата. И прогнозируйте будущее. Не о том, что у вас было хорошо, о том, что у вас будет завтра. Вот на ту вперед надо смотреть. Спасибо вам огромное. И как я уже сказал, сегодня последний эфир. Давайте поздравим всех наших слушателей. У вас есть приоритетное право поздравить вашу команду, ваших пассажиров, всех, кого угодно. Конечно, спасибо большое. Мы поздравляем. Хочется поздравить всех наших пользователей, всех наших пассажиров, всю нашу команду, всех наших сотрудников с замечательным Новым годом, замечательным праздником, пожелать всего самого хорошего, доброго. Садитесь на наши экспрессы, приезжайте к нам в аэропорты, летите дальше на отдых, возвращайтесь, мы будем рады видеть вас на наших замечательных поездах, классных поездах. Спасибо большое, друзья. Мы целый год исследовали процесс эффективности управления и вообще управления людьми, управления компаниями. Я продолжу это делать. Вам обещаю, что будут новые спикеры, будут интересные темы. И, конечно, мы теперь начнем не просто приглашать наших спикеров, а еще и ходить к ним в гости. И я уверен, что первое, к кому мы придем, это компания «Респресс». Я горд то, что наконец-то я могу рассказывать о своих кейсах, которые не наряду с западными компаниями, компании и примеры российских компаний, чего мне хочется делать все чаще и чаще. С наступающим новым 2019 годом. Всех благ, всего самого-самого лучшего. С вами был Роман Дусенко и Александр Козлов. Программа «Бизнес-завтрак» на Радио Метрикс. До встречи в следующем году. Пока. До встречи. Счастливо.